Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами «Игра Думай, знай, познавай» Супер Блиц, я ее ведущий Кирилл Махров. Ну что, наступил ноябрь, и у нас снова пора подарков. Вот такую книгу Алексея Васильевича Плотникова, нашего краеведа, которая рассказывает о знаменитых жителях нашего Ленинского городского округа, мы будем дарить каждому участнику ноябрьской игры «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. Ну что, на сегодня все 5 вопросов готовы, нам осталось только задать их очередному нашему участнику. Пошли задавать! Здравствуй, как зовут тебя? Здравствуйте, меня зовут Владимир Соколов. Отлично, меня Кирилл зовут. Ну что, Владимир, я задам поочередно 5 вопросов. Думаешь над ответом и оцениваешь свой ответ минимум в 1 балл, максимум в 5. Задача простая, набрать всего лишь 15 баллов. Готов? Да. Поехали. Первый вопрос. На берегу какого моря стоит город Новороссийск? На берегу Красного... Нет, Черного моря. Черного моря. Ну, может быть. Ну, мой ответ — Черное море. На сколько? На 2 давайте. На 2? Да. Это правильно, он стоит на берегу Черного моря. Второй вопрос. Какими двумя предложениями заканчивается гимн России? Россия священная, наша держава. А вот заканчивается какими? Какие есть варианты? Россия, наша страна, или... Россия вперед? Любимая наша страна. Наверное, давайте любимая наша страна. Любимая наша страна. И, ну, я не уверен, но да, давайте. На сколько? На 1. На 1? Да. К сожалению, это неправильно. Славься, страна, мы гордимся тобой. Ну что, ничего страшного. Третий вопрос. Назови самую ближайшую планету к Солнцу. Ох, это Меркурий. Какие планеты знаешь? Марс, Меркурий. Ага, Земля. Да, и что-то Нептун. Понятно. Ну а какая ближе всего к Солнцу? Какая-то, наша самая горячая же. Вроде бы самая ближняя планета к Солнцу — это Нептун, что ли? Это какая? Не, Нептун — это самая дальняя вроде. Нептун, да. Давай. Нет, не Нептун. Давайте, наверное, тогда все-таки... Чего? Вот не знаю, то давайте Марс все-таки. Ну, я... Марс? Ну, Марс дальше, чем Земля. Это неправильно. Давайте тогда Меркурий. Это Нептун, давайте все уже. Нептун. Нептун. Да. Да. Ну, естественно, это неправильно. Правильный ответ — Меркурий. Она ближе всего. Ладно. Ну что ж, будем считать, что на 1 балл ты ответил. Итак, 4-й вопрос. Одна из русских пословиц гласит: тише едешь — дальше будешь. Дальше будет. Правильно? Да. На сколько? На 5. На 5. Это правильно. Ну что ж, 5 баллов в твоем активе. Последний вопрос. Здесь тест-вопрос, будет 4 варианта ответа. Какой из перечисленных грибов считается ядовитым? Опенок осенний, грусть, масленок или говорушка? Давайте говорушка. Говорушка. Потому что говорливая. В лес приходишь? Да. И заболтать можешь. И поэтому вредная. Да. Да? Да. На сколько? Давайте на 5. На 5. Это правильно, действительно, это говорушка. Ну что ж, у тебя 10 баллов. К сожалению, 15 баллов ты не набрал, но... Ты получаешь вот такой вот гарантированный приз. Это книга нашего знаменитого краеведа Алексея Васильевича Плотникова. Покажи ее, пожалуйста, нашим телезрителям. Да, она о знаменитых жителях нашего Ленинского городского округа. Читай, знакомься, это уникальное издание. А я благодарю тебя. Спасибо за участие. Смотри нас на телеканале «Видное ТВ». Спасибо, спасибо. Пока. Друзья, ну а на сегодня это все. Смотрите нас в следующую пятницу. Пока-пока.